Добрый день, наши дорогие друзья, все, кто смотрит канал семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы расскажем вам, как мы ездили в зимний детский христианский лагерь и как я с детками провела там целый день, как мы катались на улице, как деток возили в спортивный зал и играли с ними в различные игры. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков, покажем вам, чем деток кормили в лагере и как мы там играли, и как старшие детки там помогали. Оставайтесь с нами. Это субботнее утро было солнечное и красивое. Мы все выспались, встали и стали собираться в лагерь. Погода была очень хорошая, был небольшой морозец, но очень хорошо. Вот. Детки тут собирались, кто чем занимался. Мы готовились к завтраку, кофе варился, а Джанел с самого вечера еще разложила всем вещи. Шарфики, шапки, сноупэнтс, варежки, чтобы детки пришли и уже была готова одежда. Вот такая у нас была погода на улице. Джанел, она всем делает завтрак. И там, да. У нее уже много здесь оладушек. Целая гора. И папа тут дома сегодня. Доброе утро. Суббота сегодня. Наконец-то выходной. Я дома. Пришел, а здесь Джанел такие оладушки сделала. Это просто... Джанел, сколько тебе лет? 7. Ей 7 лет. Она 7. Завтра готовит для всей семьи. А тебе 6, да? Тебе 6. Слава Богу за наших добрых деточек, таких очень помощничков маленьких. Да, уже можно переворачивать. Такой, с ушами с такими. Все, мы собираемся ехать в лагерь. Все готовы уже? Да! Дженни, ты будешь кататься на горке? Да! А что ты грустная? Боишься, никогда не каталась? Да, мы с тобой вместе будем, окей? Этот лагерь находится минут 20 от нас. Это тот же самый лагерь, куда детки ездят летом. Только летом они ездят на неделю, а сегодня сделан специальный день для деток с подготовительного класса до 6 включительно. Но мы поехали всей семьей, чтобы старшие девочки и Вова тоже там могли помочь. Нелечка будет сегодня помогать в лагере, а я пошла регистрировать детей. И буду тоже с Джанел, с Дженнифер. Hello. Здесь красота. Будем сегодня на горках кататься. Я вам покажу, что мы сегодня будем делать. Сейчас я иду в офис. Нужно каждого ребенка зарегистрировать. Они хотят знать, сколько детей приехало в лагерь. Сейчас 10 часов. Вон там очередь стоит в офис. Сегодня очень скользко. У меня сноубут, сноупэнтс. И очень скользко. Вот там дети все собираются в большой чапл. А потом у них разные будут сегодня мероприятия. И на горках, и кушать, и игры. И потом они в церкви будут и петь, и... Я вам все покажу. Сначала собираются все в этом большом зале и деткам объясняют правила. Правила безопасности, правила поведения. И после этого каждая группа идет в свои мероприятия. Это вся младшая группа идет сейчас кататься. Я неправильно поняла, мы не первые шли кататься, старшие детки шли первыми. А мы шли в зал, где будут служения. Сейчас детки будут там петь. И приехал евангелист. Он будет деткам рассказывать историю. Детки садятся и готовятся слушать. Кто спрашивает в подготовительном классе? Кто в первом классе? Кто во втором классе? С детками поют, а потом евангелист проводит какую-то тему. Сегодня тема была о языке. Какие слова мы говорим, какие слова не нужно говорить.
меня сегодня тоже день отдыха с детьми. Сейчас иду, хочу посмотреть, там младшие детки сидят, поют еще. А старшие детки здесь катаются. Сейчас вам покажу, что им тут устроили. Летом здесь большое озеро. И детки, здесь вообще-то ступеньки, а там они купаются. А зимой здесь они устроили вот такую вот гору. И на таких тюбинг дети летят. А там, видите, другие. Там катают их на кругах. Ой, наверное, скользко тут везде. Hi, Logan, how are you? О, Вова там помогает. Он там ловит детей. Сказали, лед здесь 2 фита. Очень толстый. Вот детям сегодня тут веселье. Ступеньки, они поднимаются здесь и опять едут. Тут где-то Маргарита и Ангелина должны быть. Но они у нас любят больше экстрим. Где-то там, наверное, катаются на кругах. Я спустилась сюда пониже, чтобы здесь... Вон Вова там вообще разделся. Жарко ему, наверное. Вов, тебе что, жарко? И Вова их тут ловит. Старшие девочки и Вова, и еще несколько молодых людей из нашей церкви, и еще из пару церквей приехали помочь на кухне. Они уже идут кушать. Пошли, где они? Сейчас они молятся, идут кушать. О, это они хэмбургер кладут? Hey guys. Нелечка, что у вас на обед? Хэмбургер? Хэмбургер и чипсы, и спасибо. Спасибо. Это наш главный повар. Куда мы едем? Я не знаю. Вон там сколько деток много на автобусе едет. Мы едем на большом школьном автобусе. Аккуратно, здесь скользко. Be careful, it's ice here. Don't come here. Приехали в школу. Школа дала свой спортивный зал для игр. Сейчас с малышами здесь будут играть. О, у вас одинаковые куртки. Как ее зовут? Kiera. Hi, Kiera. Надо снять все эти снежные штаны, снежные сапоги. И они сейчас пойдут в зал играть. Конечно, малыши тут одни не справятся. Я рада, что я приехала тут
помочь, Дженнифер. Давай мама поможет. Хочешь? Я с тобой. And then I don't have to hold on to it. Oh, I see the. If I leave before here, you leave, then I'm going to have your hat. That's the hallway instructions. Yeah. Иди, иди, садись, там только детки сидят. Вот сейчас им объясняют правила игры и будут играть здесь, наверное, целый час. Детки по очереди, то есть сейчас младшая группа, потом сюда приезжает средняя группа, потом старшая. Сейчас в это время кто-то катается на снегу, а кто-то в собрании. В общем, здесь очень все хорошо отрегулировано и очень интересно проводят с детками все. Это игра «Светофор». Красный, желтый, зеленый. Едем. О, Джинелл уже ушла. О, вот она. Привет. Девочки идут в желтый автобус, мальчики в синий. Дженнифер, там лед, осторожно на дороге. Вот сейчас мы уже поехали обратно в лагерь. Сейчас, наверное, малыши будут кататься, а кто-то другой уже поедет в спортивный зал. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Я иду, ой. Вон наши девочки там идут. Ангелина, Маргарита, Фейк. Вова помогает там. Она не видит меня. И наши девочки там идут. Вот мы Маргариту здесь нашли. Ты уже покаталась на горке? Сейчас на собрание пришли? Окей, ну скорее иди садись. Мальчики здесь, девочки там. Теперь очередь малышей пришла кататься. Дженнифер! Are you gonna go with Janelle? Yeah. На одной tube? А? Дженнифер, тебе надо где-то этот круг такой найти. Yeah, this is her. Oh, okay. Ну, сейчас будет ваша очередь, поедете. Окей. Я, может быть... Окей, я пойду туда и там вас сниму, как вы будете ехать, хорошо? С этой стороны тоже горка, и они уже туда катятся. А наши девочки с другой стороны, сейчас я их поймаю. О, вот она и Нелечка идет. Хай! Эй, понравилось? Еще хотите? Скорее беги наверх туда, Джинал, Дженнифер. Но, Дженни! Wrong way. Туда надо бежать, на лестницу. О, там может Вова тут помогает. Толкает детей. Упс. А, я хочу им кататься.
чуб скорее, пока здесь лежат. Вон тот маленький, возьми и сама проедься. Бери. Вова уже с большими парнями работает сегодня. А сейчас наступило время объявить победителя конкурса лайков, которым стала Эстер Хачатрян. Ее лайк был под номером 365. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию от нашей семьи, также несколько наклеек. Большое спасибо всем за участие, за лайки, за комментарии. А сейчас мы продолжим влог. Мне было жалко, как детки так забирались, падали, и я решила сделать ступеньки здесь. Лени, хорошо залази, садись. Что, он пробует огурец? Никогда не пробовал огурцы? Это Вовин был раньше вожатый. Как его зовут? Ничей? Вов, помоги ей съесть. Дженни, ноги наверх. Сэд, go, Дженни, держись! Сейчас последняя группа на служении. Это старшие детки. И заканчивается, и мы идем в зал, где уже будут последние там наставления, последние сборы, и мы уже поедем домой. Сейчас мы все идем уже обратно в церковь. Дженни, ты устала? Да, все уже устали, накатались. Сейчас мы идем, будет, все найдут свои варежки, шапки и все остальное. И поедем домой уже отдыхать. Hey, how do you like the gator ride? Oh yeah. I gotta find out some boys. What do these boys like? Пастор спрашивал всех деток, что кому больше всего запомнилось сегодня в лагере. А потом было время, когда находили потерянные варежки, потерянные носки, потерянные шапки и разбирали все. А перед выходом стояли молодые люди с большими подносами печеньев и каждому ребенку давали печенье, которое испекли в этом же лагере. Понравился лагерь? Дженни, а тебе понравился первый раз? Устала только, да? А тебе, Маргариточка, понравился лагерь? На чем ты каталась сегодня? Все. На всем? И с горки каталась, и на кругах каталась, на гейтер каталась, и на сноумобиле каталась. Вау. Вика, почему снег на лице? Ангелина. Ай-яй-яй, Ангелина. Да, мы домой. Ты сегодня так много помогал, понравилось? А сам покатался на горке? Понравилось? И ланч покушал? Хэмбургерс? Еще в следующий раз тоже приедешь помогать. Молодец. Все, все еле-еле уже идут. Устали все, ну, кататься. Вот, спасибо, что вы были с нами. Это устраивается у нас каждую зиму. В этом году вот я целый день смогла с детками побыть. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Все, пока, с Богом.